В ночь на 16 марта в населенном пункте Брусово Удомельского района загорелся частный жилой дом. В 6:40 объявлена полная ликвидация. При разборе места пожара обнаружены останки предположительно 3 погибших. К тушению привлекались 22 человека и 9 единиц техники. Первой к месту пожара прибыла добровольно-пожарная команда Брусово. Привлекались команда добровольцев Молдина, силы и техника от МЧС. На месте работают сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области, специалисты испытательной пожарной лаборатории, следователи и криминалисты регионального СК, сотрудники полиции. Точная причина пожара и гибели в нем людей выясняется. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.